социальных сетях, различных мессенджерах распространяется текстовая аудиоинформация о попытках, о фактах попыток похищения детей, либо их похищения в целях трансплантации органов. Информация, естественно, является вымышленной, не несет в себе достоверных фактов. Ни одного случая не только по Анапскому району, но и в крае не зарегистрировано. Поэтому не надо распространять данные сообщения, поддаваться панике.